Меня зовут Никита, мне 12 лет. Люблю играть в футбол. Развлечься, просто поиграть. Просто так во дворе с пацанами. Но я нападающий, бегаю. Мне не нравится вратарь, например. Защитниками это тоже так-то. Просто стоишь, защищаешь ворота. А так в поле бегаешь. Нравится плавать, люблю в бассейн ходить. Просто нравится. Хоккей еще люблю. Ну, на тренках умею ездить, но играть в хоккей нет. Ну, хоккей это зимнее, а футбол это летнее. Можно летом футбол, а зимой в хоккей учиться. Да, много в школе, тут, во дворе, везде. Сложный вопрос. Само собой получается. Но это уже на автомате как-то уже. Моцарт, Вивальди. Ну, есть еще, но я название точно не помню. Рэп наш. Ну, в Турцию слетать. Ну, мне нравится отдохнуть там просто. В Таиланд на море. У нас-то оно не такое, как за границей. Ну, еще бы в Куршавель на лыжах покататься. Ну, пока что нет еще. Хорошо учиться. Хорошая работа. Ну, физкультура, математика. Ну, чтение нравится. Фантастические боевики там всякие. Последняя легенда 17, класса 6. Люблю сосиски, картошку фри, там, котлеты, борщ. Лабрадор, собаки. Ну, просто у меня был уже лабрадор. Его бим. Такого палевого цвета и черное ухо. Ну, черноватое тут. Попугаи были, рыбки. Всем пока.